только в голове есть. Когда есть голоса в голове, это хорошо или уже пора к доктору? Я думаю, это хорошо. Вы еще по-прежнему с нами, и это здорово, друзья, ведь это блокнот Волгограда и проект под названием «Мисс Блокнот Волгоград», где мы показываем и демонстрируем вам наших красавиц, которые сегодня готовы отвечать на наши вопросы, ведь у нас интеллектуальный баттл, который проходит в The Parfumerka. По адресу Калинина, 13, бизнес-центр «Меркурий». Лолита, скажите, пожалуйста, в каком городе и в какой стране был выпущен впервые одеколон? Ой, я даже не знаю, ну, я могу угадать, наверное, это Испания. А Советский Союз не считается, я не знаю, тройной одеколон? Одеколон – это вода из Кёльна. И впервые она была придумана в Германии, соответственно. А теперь мы переходим к вопросам уже от нашей редакции. И первый вопрос, который я тебе хотел бы задать, скажи мне, пожалуйста, какая, в твоем понимании, идеальная семья? Идеальная семья – это семья, где любят друг друга, понимают друг друга. Это большая семья, где работают и муж, и жена. Муж и жена должны работать одинаково, много и долго, или все-таки жене можно чуть-чуть халтурить? Ну, мне кажется, что вот женщина выбирает профессию, которая ей нравится, а мужчина, который приносит доход. Ты будешь слушать голос разума или сердца? Я совмещенный такой голос слушаю. Никакой. Я совмещенный слушаю голос. Никакой. Хороший ответ. Ну, голоса только в голове. Когда есть голоса в голове, это хорошо или уже пора к доктору? Я думаю, это хорошо. Хоть они мне подсказывают, что делать. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь возвращалась к бывшему? А у меня никогда не было бывшего. Есть ли у тебя настоящий? Да. А почему выбрала его? Каким он для тебя стал, что ты определила, что именно этот парень тебе подходит? Ну, он долгое время ухаживал за мной, а потом мы влюбились, и все. Ну, мы были еще тогда детьми, мне было буквально 16 лет. Ну, мне сейчас 18. Прошло всего 2 года. Скажи мне, пожалуйста, а как ты поняла, что ты влюбилась? Что изменилось? Ну, там, бабочки в животе, вот это стандартное. Хочется с человеком больше встречаться, общаться, переписываться. Ты переживаешь за человека. Готова ты создать семью, и во сколько лет это должно произойти? Нет, нет, сейчас я точно не готова, не сейчас, не через 5 лет, потому что надо сначала себя создать, потом уже семью создать. Мне кажется, твой парень сейчас прям выдохнул. Скажет, ну все, замуж пока не надо, все нормально, жениться тоже. Нет, ну замуж почему? Замуж можно, так что, если что... Имею в виду, предложения уже ждут, по всей видимости. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, вот ты сказала, что лет через 5, наверное, ну не раньше. Что ты хочешь за эти 5 лет сделать? Ой, я хочу карьеру сделать. Ну, кем ты хочешь стать? Я думаю, может быть, переводчиком. Я же буду... Ну, я учусь на учителя английского и немецкого, так что вполне вероятно. Скажи нам какую-нибудь классную фразу по-английски. I wish you to feel comfortable and confident in himself. Скажи мне, пожалуйста, что тебя больше всего раздражает в людях? Непунктуальность. Сколько детей у тебя должно быть? Я, он, хорошая квартира и, ну, 3 ребенка, ну или 2, ну не знаю. Ну, ты бы хотела жить в квартире или в доме? Нет, я бы хотела жить в доме. А на берегу моря? Нет. Океана? Ну нет. Я пустыни? Да нет. Волги? Нет, я хотела бы жить за городом, недалеко. Ну не в деревне. Как ты относишься к комарам? К комарам ужасно. Ну хуже еще, я отношусь к мошке, потому что это вообще кошмар. Как ты спасаешься от нее? Я не выхожу из дома, там, надеваю какие-нибудь шапочки с сеточками, ну это вообще. Как человеку не спать 8 дней? Не спать по ночам. Кем был Александр Невский? Ну, Александр Невский – это полководец, принимал участие в Невской битве, вот, когда здесь были татаро-монголы. Вот, в то время, наверное. А кем является Александр Невский для нашего города? Не знаю. Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом будет тушить полиция? Я думаю, богатый, 100%. Почему? Ну, потому что там больше ценного. Я пожелаю быть уверенной в себе и никогда не бояться таких тяжелых испытаний. Лолита, ты очень нежная и открытая. Этот гурманский аромат сделает твой образ очень романтичным. И я думаю то, что все равно итальянцы делают очень яркую подачу компонентов, и ты будешь всегда очень заметна в компании.